Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Террарию версия 1.3. В прошлой серии мы обзавелись, в общем-то... Ты кто у нас? Кактусная броня? Кактусная броня обзавелись? А, какой-то вялый совсем... Да, довольно вяленький бумеранг. Ну ладно. Также у нас есть посох слайма. Вот это вот вообще офигенская вещь. Так, давайте. Опа, отлично. Надо выкопать... пару подсолнухов и возле багрянца разместить, чтобы его продвижение приостановить. И, в общем-то, мы, наверное, вот сюда куда-нибудь в пещеры пойдем, да? Я так подозреваю. Да, о. Мы прям даже сюда, прям сейчас ходим в здешнюю пещерку. Так, начнем с того, что осмотрим. А, копье 9 милли демейджа. Не самое... Ну ладно. Так, гранатки. Еще свинцовые слитки. Так, стрел у нас. Неплохо. Это у нас телепортировать домой. Это вообще полезная вещь. Воу. Пока, слайм. Так, давайте руду вот эту добудем. В таком случае быстренько. Так, оп, подсветим. Это у нас еще свинец. Надо какую-то броню, конечно, из руды делать. Кактусовая это так. На первое время перебиться. Конечно, несерьезно. Давайте вылазить. Пойдем, пока не забыл, возле этого багрянца разместим подсолнухи. Чтоб он у нас не расширялся. И, в общем-то, не мешал нам особо. Тут ничего вокруг нету, но зато мы вот эту красную глину пораздобыли и какой-то слайм непонятного цвета. Но он тоже решил самоубийством покончить. В режиме Спарты скидываются. Ну, в принципе, чё бы не отпускай, скидываются, нам-то это ничем не мешает. У нас своя цель, выжить любой ценой. Тем более, что играю я на экспертном режиме. Так, ну-ка. Да. Это просто. Просто шедеврально. Так, давай, слайм, подключайся. Вот с тобой-то веселее все. Все как-то идет. Так, ладно. Это не очень интересно. Так, а из лука? Из лука как дамаг? В принципе, более-менее. Так, ладно, я лучше мечом буду... Вау! Так, выхватил. Мечом буду махать. Стараться. Так. Здесь мы проберемся и насадим, в общем-то, что я там хотел. Где вы там? Так, сади скорей. Пыль. Да. Почему-то он их не особо торопится садить. С чем это связано? Броня выгад. Так, что ты не садишь их? Ну? В смысле, а почему ты не садишь? Да. Так, убивай этих слаймов. А сюда не садятся кактусы. И почему-то сюда тоже не садятся. Офигенно. Так, в землю. Тоже не вариант. Так, я его тупо выкидываю. Что за странная фигня? Так, ну не хочешь, как хочешь, я тебе чё? Я ничего тебе не могу в этом плане сделать. Ладно, уходим. Идем в подземелье исследовать. Нам надо искать сундучки и всякие прочие ништячки. О, полетели враги. Так, меч, меч. Кактусовый, ну все же. Утка. Утка, атакуй врага. Так, где мой слайм? Слайм, ты атакуй врага.
Да, блин. Да. Урона я ему катастрофически дофига наношу. Фу. Хорошо. Так. У нас где-то тут спуск-то есть? Нет? Давайте посмотрим. Вот где-то там пещеры были. Побежали в них. В них спустимся. Я пока дом строить не буду. Надо немножечко как-то бы осмотреться и всякого разного подсобрать. Я так думаю, это будет более-менее правильно. Так, а тут нифига не спуск тут. Тут просто что-то опять же не то, что хотелось бы. Вот тут какие-то пещеры. Может быть, туда имеет смысл, но не факт. Вообще не имеет смысла, наверное, банально просто зарыться. Давайте попробуем. Так, деньги. Деньги не хочу терять, опять же. Оу! Гадость. Так, прощай, зайка. Ладно, ладно. Тогда находим самую нижнюю точку, банально. Вот здесь это. Единственное, что вот сюда куда-нибудь. И, в общем, начинаем движение. Так. Оберегаем себя по возможности. И будем сами искать какие-нибудь пещеры и тому подобное. Ну и давайте, когда я, наверное, найду, я вернусь. Так, я решил чуток раньше вернуться, потому что, в принципе, мы довольно быстро закапываемся. Я думаю, будет интересно посмотреть на происходящее вокруг здесь. Вернуться домой я смогу, выпив бутылочку, если что. Если внезапно приспичит. Но посмотрим, какие здесь породы нас по пути ждут. И вообще, ждет ли хоть что-то, хоть немного хорошее. Кстати, у меня же... Давайте сделаем вот что. Я стол для крафта еще забыл, кстати, забрать. У меня же он уже был. Придется сейчас еще стол поставить для крафта. Так, хорошо. Давайте. В принципе, ладно, он 10 стоит. Как бы недорого совсем. И я могу сделать печь. А что для нее мне не хватало? Камней? Давайте печь. Что-нибудь еще могу? Нет. Такого интересного. Но вроде бы нет. О, платина. У меня платина уже даже есть. А, немножко всего лишь. Но бывает. Так, давайте. Еще больше свинца. Тин. Тоже сойдет. Ну и вроде все, да? Так, наковальню еще надо сделать. Heavy metal. Достиженница, окей. И надо кирку определенно первым делом сделать. У нас и мечи поинтереснее. Это 10 урона, как-то покруче. И лук покруче, да? Явно покруче. Ну... Давайте на кирочку посмотрим. 6 мили дэмэдж, тут 5. Ну, как бы, о чем думать. Свинцовую кирку. Да. Должно дело повеселеснее пойти. И что мы еще можем? Походу, больше нифига-то и не можем. Какие-то ненужные вещи, наверное, надо сразу выкинуть. Допустим, тебя, что места у нас-то мало. Бумеранг я не буду использовать. Вот это мне абсолютно не нужно. Это абсолютно нужно. Трава нам нужна в дальнейшем, пригодится. Копье тоже не нужно. Я им пользоваться не планирую в ближайшее время. Давайте заберем вот эти хохоряшки. Я их так или иначе еще буду использовать, но потом, да? Что я тут за...
тусую это все. Ладно, окей. Теперь смотрим, как у нас... Да, с этой кирочкой явно все побыстрее. Но лучше только в мягкую землю зарыться. И тогда дело-то явно быстрее пойдет. Оу, так, интересно. Ну, какую-никакую пещерку нашел. Что у нас тут в этой пещерке? Что-то особо-то нифига. Оу, так, она дамажит неплохо. Это не голова, хотел сказать, летучий, это глаз летучий. Он тоже неплохо дамажит, хоть и не голова. Так, монетки, отлично. А вот эту руду мы соберем. Дайте запрыгнуть. Так, отлично. Ну и просто дальше глубже. Какие у нас еще-то варианты? Особо никаких. Только все глубже и глубже. Так, тут какая-то руда. Ну, это тин. Давайте его и добывать. Так, отлично. А, тут еще опять какая-то руда. Свинец. Замечательно. Ну, это неплохо, мы спустились. И спустились-то, надо признать, еще и не довольно глубоко. Может, там поглубже еще чего поинтереснее будет? Посмотрим, посмотрим. Поэтому... Оу! Такая, это песком по голове. Да, надо это учитывать, хотел я сказать. Ладно, а как хилиться? Быстро хилится, скорее всего, на H. Да, отлично. Ну ладно. Так, давайте эту руду дособерем. Пришлось немножечко отвлечься. Оу! Блин, забыл опять про песок. Отлично, я молодец. Так, убираем. Песок неплохо так пробивает. Я боюсь, кстати, представить, что будет с боссами. Что будет со мной, когда я встречу боссов. Я вот это, наверное, боюсь представить. Они, наверное, рвать будут просто все на британский флаг. Что-то мне подсказывает. Ну ничего, доберемся, разберемся. Надеюсь, бои с боссами теперь будут как-то поинтересней. А то они как-то были чересчур уж простыми. Стоит отметить. И, возможно, сейчас потребуется какая-то большая вариативность, чтобы босса завалить. Что было бы, кстати, довольно здорово и довольно круто. Потому что старые тактики все уже давно и как бы известны. И боссы, они просто представляют собой таких вот мальчиков для битья, ну там девочек. На которых просто фармят все. Так, какой-то ресурс новый, что ли, или что это вообще такое? Тангстен, что это? Ты кто такой вообще? Так, ладно. Что у нас тут? Нифига. Здесь у нас... Так, просто... Просто ваза была. Ну и давайте наверх, наверное, вот это руды добудем. И, наверное, стоит переплавить на слитки. Сколько у нас этих слитков? 16. А хотя мало. Первый сет наш сделать. Ну, имеется в виду из руды, а не кактусовый. Первый-то он понятно, что у нас кактусовый. Надо, в принципе, этому радоваться, что хотя бы такой был. Так, отлично. Ну и глубже. Само собой. Еще глубже. Опять эта руда. Ну, в принципе, мне пока что вот все нравится. Вот эти всякие мелочи, которые они повели. Это уже как бы прикольно все смотрится. И они как бы напрашивались сами собой, что ну как бы надо бы. В принципе, Terraria, это, наверное, один из таких уникальных проектов, который развивается, ну, таким вот необычным способом. Они апгрейдят игру, проходит год-два, апгрейдят еще игру. И люди там уже, я знаю, многие понаиграли, там по 300-400, там больше часов. А теперь, когда ее интегрировали наконец-то в Steam, я думаю, пойдет веселье еще больше.
Так, сколько у меня этой руды? 75. Ну, попробуем, наверное, как бы броню скрафтить, но чуток попозже. Давайте еще зароемся. Может, все-таки что-то такое веселое найдем. Так, сколько у меня факелов между делом? Факелы к концу подходят, стоит отметить, поэтому... Давайте сделаем. Так, пещера. О, там еще пещера. Но я думаю, прежде чем во всякие пещеры суваться... О, так, тут у нас камушки. И тут пещера. Сплошь пещера на пещере, пещера погоняет. Ну окей. Давайте немножечко разместим все наши вот эти прибамбасы. И попробуем что-нибудь сделать. Что мы можем? Ну, сразу же делаем. Так, свинец, понятно. Что там еще? Вот это делаем. Эй! Платина. Нафиг ты платину выкинул? Чувак, ты вообще... Финбар. 41, отлично. Ну и что мы можем? Можем мы не так-то много, как хотелось бы. Может быть, лук улучшить? Ну, пока не вижу в этом явной необходимости. Так, а эта броня у нас сколько дает? 2 дефенса, тут один. Сколько надо? 15. 25, это уже 30-40. И тут еще 20. Короче, мне пока на сет не хватает, поэтому и не буду заморачиваться на эту тему. Ну как, чуть-чуть попозже мы, наверное, отложим это дело на чуток. Ну и пока что больше ничего такого не вижу. Будем дальше тогда собирать. Пойдемте сюда, посмотрим, что у нас тут. Паутина. О, там руда. Так, все, увидел руду, бежим туда. Сундуков плохо, что я не нахожу. Нифига там слайм-пати. Так, тут, походу, весьма весело им. Так, надо, чтобы и нам было весело. Попробуем к ним ворваться потихонечку. Ну, или там не тихонечко, а как-нибудь. Да. Как только с ними разобраться. Ну, думаю, в принципе, это не столь сложно должно быть, по идее. Так. Латинум, тангстен бар. Чё это за руда такая? Так, выключаем. Оп, оп. Ну, давайте попробуем. Так. Может быть, немножечко огненных сделать. Стрел. Так, стоять. Давайте просто слайма нашего закинем. Он, наверное, их всех порешит. И, в принципе, все, план прост. Ну, давай там всех кроши. Красавчик. Как я и говорил, план прост. Запустили, он всех положил. И окей. Тогда будем осматривать пещерки-то. На наличие разного. Так, я руду уже вижу. И там какой-то домик. Так, а в домике есть какие-то хозяева? Вот что интересно. Мы пока что руду тихонько соберем. И вот эту руду. Тут какая-то странная летучая мышь. Типа новая, что ли? Новая — это прикольно. Так, стоять. Выбираемся отсюда аккуратненько. Оу. Так, слаймы.
А, гады. Так, ладно, лучше с ближним оружием буду. То с моей меткостью. Рыба, не ешь меня. Я не хочу быть съеденным. Да, какой-то домик грибной. Довольно подозрительно, что он тут делает. Так, вот эту руду тоже стоит добыть. Все непременно, да? А, это гранитные блоки, нафиг я их добываю. Так. Это выкинуть. А, сэндблок. Так, непонятные разные блоки, окей. А, что там выломал? Дверь? Зачем? У нас тут статуи всякие. Какие-то звуки нехорошие кто-то издает. Это та летающая фигня, что ли? Так, слайм, слайм! Не лезь ко мне! Так, почему я киркой дерусь? Так, вот эта летающая гадость, она, по-моему, какие-то непонятные звуки издает. В принципе-то место неплохое. Домик целый. Но жить-то мне здесь не доведется. Так, давайте вот что. Надо куда-то это все уже складывать. Блин, вот подсолнухи. А, руда, блин, нужна. Гранитный блок нафиг. Духовая трубка, я ей пользоваться не буду. В этом нет необходимости. Дверь грибная может пригодиться, но когда-нибудь нафиг тебе. Ладно, разберемся. Слаймы вокруг. Так, это мой слайм. Так, я вот думаю, мы назад так можем пройти или нам лучше вниз? Так, летучий гад летит за мной. Все, что ли? А, нет, мы его тупо сбили. Он какой-то прям бронявый. Так-то если задуматься. Так, стоять. Давайте этого гада призовем. Так, это что за тварюка такая летучая? Давай, мой маленький слайм, тащи, бей морду этому гаду. Смотрите-ка, он еще нифига не пробивается. Падает в комок, сворачивается. Это что за приколы, эй? Хитрый гад. Какой-то прожженный монстр просто. Эй, пора умирать. Отлично. Выбираемся. Ну и давайте закапываться. Глубже и глубже. Так, здесь у нас нифига хорошего. Как, впрочем, и здесь. Ну, единственное, что тут... алмазики, которые бы не прочь я забрать. Давайте вот так вот поступим. Оп, ой. Так, кто-то мне там успел поднавалять внезапно. Но, тем не менее, продолжаем вот эту руду добывать и углубляться. Довольно неплохая, по-моему, идея. Также, кстати, будет неплохой идеей пересечь пустыню, посмотреть, что за пустыней. А то что-то я быстро отказался от этой идеи. Хотя, как мне кажется, достаточно зря. Ну, на тот момент у меня еще ни брони, ничего не было. Поэтому простительно. Я так думаю. Так, что у нас тут? Пока что нифига. Я думаю, что-нибудь да мы найдем, конечно, но когда? Так. И тут по-прежнему никого. Хорошо, ладно. Давайте пока что домой вернемся. Чего мне хватит? Руды не... Нет, по-моему, руды не хватит. Просто я хочу посмотреть, что там, допустим, за пустыней. Но я, правда, еще не все эти подземелья посмотрел. Поэтому да, наверное, вот. Нашли еще какое-то подземелье. С
Сейчас мы с ним и познакомимся поближе. Так, слайм. Кроши. Так, мне эти камни не влазят. А нафига мне картина? Ты чё, прикалываешься, игра? Да, мне надо все это выложить, короче, чтобы потом лазить где-то. Вот о чем я думаю. Воу. Там пираньи. Оу, оу, оу. Так, отхиливаемся. Так, нафиг, короче, эти приключения. Фу. Жуть. Надо придумать, где, короче, дом ставить и там все складывать. Но это уже тогда в следующей серии. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.